наши дела, прокричим ура, ура! Его называют элитой и живой легендой авиации. Участник Великой Отечественной войны, летчик-испытатель первого класса, укротитель аэрокобры, бывший руководитель знаменитого государственного летно-испытательного центра имени Чкалова в Ахтубинске, филиал которого расположен у нас в микрорайоне Чкаловский. Иван Дмитриевич Гайдаенко. Военный летчик. Только два слова. Этого было достаточно. Потому что там, где Иван Дмитриевич, там вся история авиации. Такие, как он, говорят, делай, как я, и все будет отлично. Мы, авиаторы, преклоняемся перед мужеством, силой воли, храбростью Ивана Дмитриевича Гайдаенко. Мы потрясены его силой воли. И хотелось бы брать с него пример, мы будем на него равняться. Иван Гайдаенко ушел на фронт с первых дней войны. Служил вместе с Павлом Кутаховым, будущим дважды Героем Советского Союза, главкомом ВВС и главным маршалом авиации. Участвовал в знаменитом воздушном бою 15 июня 1942 года в составе шестерки истребителей под командованием капитана Ивана Бочкова с 30 вражескими самолетами, из которых один сбил лично. После тяжелой травмы позвоночника готовил молодых летчиков, а также перегонял на фронт полученные по ленд-лизу американские истребители П-39 «Аэрокобра». Всего за время войны совершил около 300 боевых вылетов. Послевоенный путь Ивана Гайдаенко не менее славен. От заместителя командира полка до замначальника главного штаба ВВС. Он окончил командный факультет Монинской военно-воздушной академии. Сам за время службы освоил 60 типов самолетов. А в 70-м возглавил знаменитый НИИ ВВС, где в частности создал школу летчиков-испытателей. В числе пришедших поздравить его с юбилеем – выпускники этой школы. Довелось служить под его началом. Я даже с ним летал. Будучи старшим лейтенантом, я летал с Иваном Дмитриевичем, когда он был генерал-полковником в одном экипаже. И он явился инициатором создания центра подготовки летчиков-испытателей в Ахтубинске. Вот, которые здесь, если вы видите герои здесь, они практически все закончили этот центр и стали испытателями, как и мне. От имени губернатора Московской области и главы Щелковского района Ивана Гайдаенко поздравил Юрий Родионов. Вручил именные часы. В истории отечественных вооруженных сил немало героев. Но случаев, когда в одном человеке сходится несгибаемая сила воли и острый ум, непревзойденный талант пилота и лидера – один на миллион. Уважаемый Иван Дмитриевич, вы самый настоящий, самый верный пример для подражания. Элита вооруженных сил. Многие годы рядом с Иваном Дмитриевичем супруга Софья Степановна, сын, многочисленные внуки и правнуки. И мы убедились, он до 100 лет сохранил оптимизм, чувство юмора и, пожалуй, вкус к жизни. Я молодому поколению всем желаю здоровья в первую очередь. Когда здоровый, ты всегда везде подходишь. Ну, отличную учебу вам. Все вы, наверное, учитесь где-то там, надо заканчивать. Желательно получше заканчивать, с высшими оценками. Да. И главное – здоровье. Нет, да. Ну, а вам еще, девушкам, чтобы хороших ребят. Ирина Микеда, Игорь Поляков, телерадиокомпания «Щелково».